Небольшое касание зеркалом, как представляет случившееся водитель ВАЗовской девятки, обернулось для 11-летнего ребенка закрытым переломом лодыжки. Этот удар случился 27 февраля в 7:14 утра на пересечении Вилоновской и братьев Коростелевых. 40-летний мужчина даже не остановился, чтобы проверить, все ли в порядке с мальчиком, и скрылся с места ДТП. Сейчас свою вину водитель, который захотел для камеры остаться инкогнито, полностью признает и сожалеет, что так произошло. Но, как признается, была плохая видимость, пешехода он заметил только когда тот был в метре от капота, предпринял попытку увернуться. А не остановился, потому что не мог задерживаться в пути из-за здоровья мамы. Я должен был прибыть к месту жительства вовремя, так как не хотел, чтобы у моей матери ухудшилось здоровье. У ребенка теперь психологическая травма, как рассказал его отец, тоже пожелавший остаться неизвестным. Мальчик теперь боится самостоятельно переходить дорогу. Прервалась и его спортивная карьера. В минувшие выходные он должен был ехать на соревнования по рукопашному бою в Сызрань. Теперь полное восстановление займет больше 2 месяцев. У него испуг, он боится выходить и не знает, как ему теперь одному ходить в школу и переходить дорогу. В отношении водителя завели сразу несколько административных дел. По одному он уже получил свое наказание – лишение водительских прав на 1 год и 4 месяца. И это как минимум. После того, как пострадавший мальчик закончит свое лечение, будет произведена судебная экспертиза. Если ее результаты покажут, что парень получил тяжкий вред здоровью, водителя ждет уголовная ответственность. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.